Международный день защиты бездомных животных волонтеры филиала МАГУ в городе Апатиты побывали в 3 приютах для собак. В каждом из приютов волонтеров встречали благодарные кураторы и их хвостатые подопечные. Первую остановку в благотворительной поездке волонтеры сделали у ворот приюта «Бездомный ангел». Сейчас здесь проживает около 250 животных. Прокормить всех непросто, поэтому важна любая помощь. Далее мешки с кормом разгружают в приюте «Дача». Здесь постоянно проживает больше сотни собак. Третью остановку студенты делают у ворот приюта «Птичка», где, конечно же, тоже рады любой посильной помощи. Для волонтеров филиала МАГУ в Апатитах это уже не первая такая акция поддержки. Они очень надеются, что хотя бы часть животных обретут дом. Сегодня этот день, прям, уже сложилась такая теплая традиция, что все, кто чем могут, помогают. Но хотелось бы еще обратиться, наверное, к жителям нашего города, потому что в этот день не только, скажем так, принято, каким-то образом помогать этим приютам, но, может быть, благодаря вот тому, что мы здесь, кто-то найдет себе нового друга, а собака найдет дом.